Это да, все. Я чувствовал, у нас кто-то может приготовить, понимаешь, и не испортить. Выше лодки! Deep Master, yeah. Spearfishing. Yeah. Олег, Педро звонит. Ага. Говорит, в 40 милях нашли, короче, дофига рыбы, надо прям срочно сейчас ехать, все бросать. Серега, разряжай ружье. Нам нужно просто понять, где он есть. То есть когда он ударит по приманке, мы тут же не будем останавливать лодку, а даже на скорости, то есть во всей мунице, вот на этой жаре. Вот я думаю, будет интересно. А сейчас мы хотим есть. Ребята, всем привет. Сегодня идем за марлином, как и планировалось. Погода отличная. Вот наша лодка, полностью оборудована уже именно под Big Fishing Game. Получается, будем троллить сразу на... Сейчас я посмотрю, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На семь. Троллинг будет сразу на семь лурсов. Луры они называют, на семь луров. Закидываю эту приманку по количеству волн, то есть после двигателя вот волны, которые остаются, то есть первые самые близкие идут, это вторая волна, потом третья волна, потом вот эти дальние, они идут до восьмой волны, то есть закидывают на расстояние, где восьмая волна идет. Для чего это делать? Для того, чтобы как при повороте приманки не путались, то есть идет специальный расчет. Это не просто так, что закинул удочки и поехал как захотел. То есть именно здесь математически все рассчитано на таком уровне, чтобы при поворотах, когда мы троллим, все это дело не запутывалось. Я, честно говоря, первый день такими вещами буду заниматься, но мы уже троллили, доехали, на самом деле грустное занятие. То есть ты сидишь тупо в лодке и ждешь, и смотришь на луры, когда они, и ждешь, когда они, по ним ударит рыба. Вот, то есть это может быть и 5 часов, и 6 часов подряд, и ничего не будет. Вчера рыбаки на троллинг поймали марлина за 300 килограмм. Мы сейчас выходим на большую охоту за марлином. Как уже понятно, здесь июль это охота на тунцов всех видов. Вот, август это марлин. А марлин и амберджек. Амберджек, как вы видите, еще не поднялся. Находится на глубине. Вот, а марлин вот сейчас только появляется. Поэтому удачи нам! Новый гарпун, новый стриптип, новое ружье. Ребята, когда смотришь на эту штуку, хочется самому сожрать ее. Да? Был бы я марлин, мы бы Серега. Я бы ее обязательно клюнул. Да. Ребята, красота неописуемая просто. Ой. Аж дух захватывает, когда на это все смотришь. 12 миль она длиной. Две подводные скалы. И глубины он 230, 400, 500, 620. Ребята, только что по рации передали, что... Там лодка стоит, мы еще пока даже не видим, но по рации уже слышали, что они взяли бигай туна на 200 килограмм. И вот мы сразу активировались все. Ребята стали насадки. Олег стал ходить по лодке зад-вперед. Ребята сразу насадки стали наживлять. Насадки, да, они без крючков, чисто чтобы показать нам, где рыба. Он сейчас будет расставлять луры, ну то есть по волнам. Самая длинная это вот эта удочка. Она для того, чтобы подманить рыбу к лодке. А все остальные ставятся для того, чтобы подманить ее как можно ближе. Звука может даже не быть катушки, потому что они стали постоянно смотреть на леску. Сегодня я буду нырять в 3-миллиметровом костюме, так как неизвестно, сколько времени нам будет рифовать.
в океане в поисках марлина более комфортнее, хоть не так буду париться. Помимо нас вот еще три лодки только вот рядом с нами плавают. И все ищут марлина. Это big fishing game, то есть они ловят профессионально марлина. Сейчас будет тестовая проба ружей. Олег, у него новый гарпун, новый слип-тип, новые тяги. И новые тяги, да. Сейчас все ружья зарядит, выстрелит, Серега со стороны будет смотреть. Выберу лучшее ружье. Да, какое более хлесткое, которое подойдет для данных условий. Опа, опа, опа. Олег, ты прям чувствовал, блин. Быстро помогай Олегу. Только что сработало. Вперед, вперед. Левый самый, Олег, сработал. Самый левый. You see, nobody's catching anything. We already had one. If we are, we do. You see? Не, он говорит, что на эту маленькую клюнул. Ты ничего не видел, да? Но он говорит, что, возможно, тунец это ударил. Видишь, он говорит, что надо, чтобы следом прыгал Серега с флешером. Да. Ну, типа, что он может на флешер подойти второй раз. Мы должны не тем же курсом теперь ходить. Раз он взял, он может еще раз взять. То есть мы должны сейчас его ходить искать. Вот так вот охота на марлина проходит. Секунды вообще. Еще один удар. Какая? Какая? Какой? Что такое? Вы! Ну здесь надо. Это вы увидели, когда какой год. Вы, ну здесь надо. Ну? No? Не, говорят, ничего вроде. Ложный вызов, блядь. Педро. В общем, ребята, картина не меняется. Прошло уже 3 часа с первой поклевки. И все. Была одна ложная. И парни сидят в костюмах. Ребят, ну чё, пока ничего, уже часов 5, мы 6, крутимся, поразим просторы океана, да, и вообще ноль. Подходим к еще одному интересному месту, здесь подводная скала с 200 метров поднимается до 100 метров, и течение создает круговорот, поэтому Педро говорит, что это место очень любят тунцы и марлины. А, ребята, спереди увидели свадьбу. Птицы атакуют вместе с дельфинами. Олег готов. Возможно, будет тунец. О, дельфины атакуют. Нормально. Олег, справа дельфины, стая. Справа дельфины. Мимо вас дельфины прошли, видели? Три дельфина застряли. Да, давайте, Олег, быстрее. Время 8 часов вечера. Мы охотимся на тунцов, которых нет. Пока все, что удалось добыть, это видео с тремя дельфинами. Гоу! Да, в таком красивом месте вышел желтоперый тунец.
Олег не увидел, к сожалению. Но они летают как торпеды тут. Ну хоть увидели. Темновато. Серега, ну как тебе увидеть тунца? Красота? Темно, блин. Так, я его, мы его даже не видели. Он только желтенький вот эти его. 9 часов вечера, мы возвращаемся. Вот так это выглядит. Покажу вам вулкан, который уже спит. Сейчас будем в потемках плыть. Рыбы опять нету. Ничего мы сегодня не взяли. Серега видел желто-первого тунца и все. Что, ребята, время 9:30. Мы прибыли наконец-то на землю. На улице уже темно. Сегодняшний день заканчивается грустно. Да, Серег? Очень грустно. Сейчас в отель мыться и пойдем есть. Дня. Был один удар и все. Олег вот сидит в таком положении, поливает себя водой и ждет. И кричит, где Марлин? Ждет удара, потому что здесь доли секунды играют роль на жаре. И вот так вот проходит целый день. Нас уже это, если честно, задолбало. Наверное, сегодня последняя охота. Крайняя. И все, и будем отдыхать. 10 дней мы охотились. За 10 дней я тут одна ваху. И все. В общем, ребята, опять поклевка. Парни в воде все произошло. Да, очень сильный был. Очень сильно дернул за олень, то есть рыба крупная. Не успел ничего снять, потому что помогал ребятам скинуть все это дело в воду. Будем надеяться, что сейчас им повезет все-таки. Серега, ну что? Видели? Видели? Был удар на троллинг. Спрыгнули. Кинули флешер, ну, был бы Марлин, я думаю, заинтересовался. Видимость вообще хуже стала. Ничего не видели. Вообще ничего не вышло. Они что-то видели, когда удар? Tell him to take off the glove. Возьми пальцы. Марлин. Марлин. The big is the upper part is like, you know, how do you say sand? Видно по это самое, да? Покоцано. О, нифига себе. Я их возню. Они были новые, Олег, я снимал. Смотри. Big strike. О, офигеть, он даже повредил. Фак. Вот так вот, ребят. Опять неудача. Сколько мы уже времени дрейфуем? Время 17:54, почти 6 часов вечера по пиковски. По Азорски, не знаю. 6 часов вечера. 6 вечера это, а мы вышли в 10, да. Итого 8 часов. Да. Вот за 8 часов 2 удара. 3. 3 удара, прыгнули в воду, вообще не видели ничего. Ну что, 4-й удар, ребята. Опять ничего не успел снять. Паники идут. Как эти солдаты. Удачи просто. Все полетело, флешеры, ружья. Олег спрыгнул. Серега за ним, ну, короче. Паника реальная была сейчас. Потому что ударил, слетела вот эта аж штука. Вот, удар был очень сильный, что-то опять крупное. Но опять мы без крюков, поэтому только могли определить, что там что-то есть. Maybe tuna, yeah?
for marlin? No. No, no those is. No. Only Олег. Олег, а? Домой? Да. Каждый день выходим и ничего. Удача сегодня не на нашей стороне. Уже 10 дней охотимся. Ищем этого марлина, ищем рыбу. Вот так вот бывает. Рыбацкое счастье. Сладкий-то устанет, очень устали уже. Ну, в следующий раз я скажу так. Нужно еще серьезнее. Для меня это очень серьезный урок в плане подбора специалистов в подводной охоте. Нужно ехать именно к подводным охотникам, а не к рыбакам, которые рассказывают, на троллинг ловят марлинов, тунцов и так далее. Может быть, они и ловят на троллинг, но под водой совсем другое. Да, мы видели амбаршака, но весь он там ниже сороковки. Настолько же не подпускает. Приближе зубарей надо стрелять. Ну это в любой регионе Португалии ты можешь. Нормальный зубарей. Настрелять. Это не так вот. Мы же приехали за трофейной охоты. А трофейного охоты вот здесь. Вот так вот сейчас троллингом выманивать марлина. Ну, мне не по приколу. Для меня это будет еще одна поездка с хорошим уроком для будущего формирования действительно хорошего. В чем-то есть сожаление, но и в чем-то есть хорошее понимание того, что опыта набрался еще больше. Приехали на ужин очередной. Ну что, да, дискотека кому за 30? За 40. На этом, на этой прекрасной ноте заканчивается наша подводная охота и начинается именно изучение острова, локальной жизни людей, как здесь туристы себя проводят, как кушают. То есть с завтрашнего дня мы будем ходить в спортзал, пойдем на пику, поднимемся, потом куда мы сейчас ходим? Музей. У нас здесь есть три очень хороших музея, которые обязательно надо посетить. Мы постараемся все сделать. Смотри, какие у нас раки. Там еще вторая порция, видишь, ждет нас. Спасибо Олегу, что у нас всех собрал сюда, в толпу. Спасибо тебе. Хоть и нам не очень повезло с рыбой, только Олег у нас здесь отличился с ракет. Похоже, вот это самое. Ну, вы все уже видели. Вот, так что, Олег, давай, мы пьем за тебя. Без тебя бы не было бы этих видосов, не было бы этой компании. Азоров. Да, это и Азоры, и ребята здесь тихие. Реально тихие. Ребята, всем привет, мы приехали в музей. Сейчас посмотрим, что там. Они, короче, плыли на этих двух лодках, киты их не слышали, потому что у них нет моторов. Они их били, гарпунами, да, потом добивали гарпунами без крюков. И приплыла вот такая вот лодка и всех забирала, и китов, и вот этих. Это когда они кита гарпунили, он вот так вот стесал бревно, то есть он реально стесан. Офигеть, настолько мощный он тянул. Это машина, Bedford. Это центрифуга для очищения масла, получаемого из ливера кита. О, нифига себе. Борн с печи. Это чисто для костей, тут для жира и мяса вот те большие. А это чисто для костей.
Пипец, конечно. Ребята, вы сейчас залезете вот это. По этой вулканической каменной брусчатке вытаскивали китов, разделывали их здесь, сколько здесь крови пролито, представляешь, рыбий. Вот здесь это все перерабатывалось на этом заводе. Вон этот крематорий масляный, блин, жиросжигающий. Прикинь, вот это все бывшее, вытаскивали рыбок бедных. Вот такой вот интересный музей. История. История. Let's go, принцесс. Все. Педро нас привез показать свою новую лодку. Он ее готовит к соревнованиям. В сентябре они идут на Big Game. В общем, красота, ребят, неописуемая. Мы стоим, да, здесь можно просто вот так стоять, вот так. И часами смотреть туда. Dead whale was on the, you see the sail? Это пляж у них такой, да. У них нету песка, поэтому они вынуждены делать вот такие вот... Естественные бассейны. Да. Ребята, мы приехали на место, называется Dog Heads. Собачьи головы. Эта форма была натуральная, но пьяные какие-то идиоты сломали ухо. И сейчас добавили цемент и восстановили. Вот тот домик, это генератор волн. То есть силу морской волны преобразует в электроэнергию. Не знаю даже, как это озвучить. Словами не опишешь. Еще Педро мне рассказал, что в 2025 году, через 10 лет, они полностью откажутся от дизельных электростанций. То есть будет за счет ветра и за счет волн энергии добываться. Мы едем, короче, пришла одному идиоту идея пойти на вулкан в 7 утра. После того, как поныряли 2 недели, на 2500 метров стартанули. Конечно, я не знаю, насколько это будет сложно, но то, что когда мы вернемся, этому провокатору, который спровоцировал эту ситуацию, я думаю, тумаков мы отложим немножечко на его физиономии. Смотрите это все вечером. Прямо мы. Не так будет больно, как надоест кувыркаться. Короче, ребят, здесь нереально на самом деле было. Мы оформляем страховку. Завещание. Увидимся в следующем году. Люди не обламываются, с маленькими детьми на вулканы ходят. Лота? Приехал. Привет. Привет.
Are you ready? Ну, ребят, я вам скажу, это стоит того. Такую картинку. Короче, он три раза поднимается и опускается за 24 сутки, да, это же вообще жесть. Спина мокрая. Сил вообще нет. И мы ползем на вулкан. Мы это делаем уже третий час. Нам осталось совсем чуть-чуть. Все? Ну что, на этом наше путешествие заканчивается. Мы покорили Пика Айленд, показали вам подводные съемки Азорского Атлантического побережья. Впереди нас ждут еще более интереснее путешествия. Ну что, друзья, до встречи. С вами были Александр Кондрашов, Олег Литенко и Сергей Козленко. Пока. Время 15:51. Я вам скажу, альпинист из меня не получится.